ребят. Все. Труба зовет. Пора в бой. Поработать. Сейчас коллеги уже проехали. Сколько там? 3 автобуса, да? Уже обогнали нас, как говорится. Ну ничего, они сейчас день туда. В кафешке встанут. Тоже к ним подъедем. Уральчики, кстати. Тоже перегончик, только сейчас проехал. Тоже проснулись. Поехали работать, как и мы. В принципе, нормально. Выспался. Поначалу вроде показалось, что не выспался. Да, ночи, конечно, холодные здесь. Прям, блин. Под пледом я замерз что-то. Я, правда, не одевался. Я прям как был вот так, так и есть. Вот. Подзамерз. То есть пришлось вставать, завести, чуть-чуть погреть. Минут 10. Вот. Заглушил и опять спать. И уже проснулся от солнца. Уже солнце начало нагревать. Поменял опять диваны. С этого дивана перешел на другой, потому что здесь солнце падало. Вот. И уже до конца поспал нормально. Ладно, ребят, едем дальше. Так, на маленький ремонт. Ну как, он не маленький, так-то нормальненько. Километров, наверное, 10. Дорожного полотна, видите, снято. То есть мы сейчас там первый проехали, где снимают. Ну, про него попали прям вообще в кон, на зеленый. Вот. Здесь попали в красный. Там, походу, уже асфальт ложат. Вот. Он, этот, как его, указатель. Омск, 300 ровно километров. Абатская, 30. Тушно, Лобово, 10. То есть вот в этом участочке делают дорогу. Ага, вон там пустили, вот движение пошло. Встречка. Так что сейчас встречечка проходит. Потом включат нам. Абатская. Сейчас заехали на заправочку. Вот, как он? Газпром нефть. Или просто, нет, или Газпром просто. Ну, короче, на Газпромовской заправке 46,80, 92. Короче говоря, все равно дешевле, чем у нас. То есть здесь вот на чем дальше, короче, сюда на восток, тем дешевле, что ли, я так понимаю. Ну, конечно, я не знаю, как на Дальнем Востоке, но, по крайней мере, вот видите, да, что у нас там, что здесь, рубль, а то и два. Такие цены появятся. Ну что, едем по новой дорожке, по офигенной. Блин, сейчас вот видел, может быть, километра два назад. То есть вот новый асфальт вот. Прям только-только, еще разметки даже нет. Не нарисовали разметку, и уже фурами выдавлено. То есть такой бугор, волна такая прям капитальная. Блин, ну прям вообще, как сказать, прям сердце кровью обливается. Только положили. Еще, наверное, даже два, наверное, даже не прошло. И уже все, блин, фурами раздавили. Ну как так вот? Офигеть. Ребят, произошел казус. Короче, на второй машине стала температура подниматься и не сбрасываться. Вот. Ну, встали, отзвонились, сказали посмотреть этот, как его, термостат. В итоге слили антифриза Тесла, пятишу, вскрыли. И смотрите, вот что ставят на новые машины, на новые моторы. Видите, это уже идет сновья. То есть это уже не первый случай, это уже много раз. То есть вот такие вот термостаты ставят моторы. И мы потом в дороге с ними мудохаемся. Вот так вот, ребят, бывает. И это уже не первый случай, я слышал, ну, ребят говорили, что вот такая фигня происходит с термостатом. Что нормально. Потом раз, температуру не сбрасывают и все. Поднимается где-то к 90. Не сбрасывают и все. И приходится, чтобы, не дай бог, не перегреть мотор, вставать, смотреть этот термостат. И вот в итоге видите результат какой. Что нафиг он сломленный стоит. Или... Ну это на заводе так уже ставят. Такие термостаты. Вот так вот. Ребят, этого термостата вот хватило, грубо говоря, на 2000 с
небольшим. Ну, грубо говоря, 200 возьмем. Вот. То есть он вроде как работал, но что-то фиговничал. То есть то идет температура, идет, потом раз резко сбросит. Раз резко, а потом просто заклинил и все на одном месте. И чтобы вот не перегреть мотор, встали, и вот отклонились, сказали, что делать, сказали, вскрывать, посмотреть. Вскрыть, посмотреть. Вот вскрыли и увидели. Я чуть попозже там где-нибудь встанем, я попробую рассмотреть. Может быть, там есть на этом термостате название фирмы, кто делает эти термостаты. И вам озвучу. Если, конечно, и там написано. Чтобы знать, что такие термостаты, это вот хватает на сколько. И все. И он ломается прям пополам. Вот так. Кстати, ребят, забыл вообще сказать. Въехали в Омскую область. Всем, кто смотрит меня с Омской области, всем большой привет. И движемся к самому Омску, городу. На указателе вроде было 256 километров вроде. Как бы до него. Если мне память, конечно, не изменяет. Ладно, едем дальше, движемся. Так, Тюкалинск, заправочка очередная. 48,90. Тут уже дороже. Вот так вот. Здесь уже дороже. Ладно, заправляем. $400. Всем приятного аппетита. Город Омск, ребят. Всем привет. Снова я у вас в гостях здесь, проездом. По той же улице. Вот она, Стелла. Омская. И красный светофор. Ребят с Омска, всем вам спасибо за то, что пишете комментарии и принимаете участие. Кораблик такой, ребят. По реке. Там еще кран. Прикольная тоже река, конечно. Река Иртыш это. Вроде бы она написана. Так, ну ладно. Покидаем мы Омск. И уже движемся на Новосибирск. Кафешечка у камина. У камина называется. Я так шпыкалась просто. Вот. Сейчас поужинаем и поедем дальше. Ну, еще чуть-чуть, наверное, да, проедем и уже отдыхать встанем. Блин, ночи холодные, конечно, здесь. В Омске, в Новосибирске. Днем вроде так ничего, но все равно ветер холодный какой-то. Солнышко хотя бы светит. Туч нет, ну, местами бывает есть, но только выпрыгиваешь за автобус, сразу прям моментально продувает холодный ветер. Вот. Ну ладно, я добегу до кафе, так, в шортах, футболке, и пойдем кушать. Все, ребят, на сегодня всем спокойной ночи. И до завтра.
Ребят, всем доброе утро. Утро сегодня опять солдатское. Подъем резко. Резко ключ вправо и полетели. Я еще еду, сплю вообще. Вон там впереди. Типа давай уедем, проедем. И там типа встанем, умоемся, приведем себя в порядок. Заварганим кофе. Сделаем завтрак, типа того. Пипец, короче. Ладно, едем. Все, отъехали мы в карман. Вот такой. Кафешка какая-то такая. Незрачненькая на той стороне. Вот, а на этой съезд в лес. Вот сюда отъехали. Ой, сейчас умоемся. Заварганим кофе и все такое. Блин. Сейчас, блин, перемена времени, вот это вот, часы, не особо так хорошо сказываться. Сейчас по Москве это минус 4, так, сейчас местного, сейчас я вам скажу. Местного 10.09 и минус 4 часа. Вот сейчас сколько время. Вот почему так и кажется, что фиг пойми что. Так, ладно, идемте умываться и пить кофе, просыпаться. Ну все, ребят, наконец-то. Проснулся окончательно, попили кофейку, легкий такой завтрак, яичница с колбаской, с хлебцем, кофе с молочком. Все хорошо, все ништяк. Так, ну что, движемся в направлении к Новосибирску. Осталось, наверное, километров, может быть, 300 с копейками. Вот. И уже, наверное, нужно думать о душике. Сходить в душ или в баню. В ту, в которую я все облюбовал. Мой напарник не пошел, говорит, давай в другом месте. Типа там лучше. Ну, не знаю, чем лучше. Посмотрим, конечно, мы с вами, что там за душ такой. Вот. Так что следующая остановка, наверное, будет уже души. Ну и, естественно, обед. Так что вперед, ребят. Вот, ребят, перед Новосибирском 250 там, километров примерно. Дорога, вот, смотрите, хорошая, отличная дорога. Но ее раз надо снять, переделать. То есть вот люди как заботятся о полотне. То есть, чтобы была всегда супер идеально. Вот так вот. Не то, что в некоторых регионах России едешь в ямы по колено. Если попадаешь в яму, то в колесо там смотри, отлетит. А здесь вот как люди делают. Вот, идеальная дорожка. Все равно ее нужно еще лучше сделать. Так, все, заправляем. А, вот цена. Это почти Новосибирск, осталась тут фигня. Километров 20, наверное, до города. В прошлый раз, между прочим, ночевал я здесь, там в начале. И ходили туда, в кафе. Туда. Все, заправились. Идем сейчас вот в этот мотель. Ну, мы тогда были, короче, я помню. Это больше года назад. Пойдем все-таки помоемся. Нет, конечно, это не так. Мне, конечно, больше нравится та баня, чем здесь. Ну ладно, что ж, пойдемте сюда, а там дальше посмотрим, как и что. Ребят, конечно, огниво, когда помоюсь. Сейчас я вам покажу. Такой вот туалетик здесь. Что-то проходим так и несколько кабинок. Ну, это типа считается общаковое. Вот. А так по коридору. Их дофига. Так, сейчас ждем стирку. Когда стирается бельишко. И все, забираем и уходим. Фух. Ну, так, в принципе, ништяк. Помылся, заново родился. Вот, видите, все. Эти. Здесь прачная.
кафе сейчас. Напарник говорит, хорошая есть там пельменная какая, кафешка такая отличная. Вот. Ну и там заодно и покушаем, и все развесим. Все, что мы стирали вещи. Вот. Сейчас переоделся. Штанишки. Сланцы, тапочки. Все еще никак не остыло. Хочется сейчас чайку такого с лимончиком. Горячего, крепкого. Прям от души хочется. И сейчас мы это возьмем обязательно. Так что вот, ребят, едем дальше. Так, Новосибирск у нас остается прямо. Нужно сейчас, вот видите, развилочка. Вот. Внимание, водитель! Участок дороги контролируется беспилотным летательным средством. С коптера фигашит. Вот так вот. Река Обе, ребят. Давайте посмотрим. Я тогда ехал здесь, ну, была ночь, короче говоря. Сейчас вот день. Думали, какие-то все дела. Там рыбаков сколько. Этот берег пологий, да, без песчаный, пляжи, катерки, все дела тут. Блин, прикольно. Такая нормальная река, широкая, конечно. Офигеть. На той стороне также берег крутой. Где с этого берега открывается, наверное, вид офигенный. Вот здесь отель, кораблик. Смотрите, ребят, как он клевый. В прошлый раз, когда я в Томске ехал, не ехал, а, ну, был перегон в Томске, на Томске. Вот. Была ночь, видно только был отель. Вот. Огоньки, свет. А больше такого ничего видно не было. Так что вот так. Когда-то, видите, и днем проехались. Ладно, едем дальше. В направлении пельменной. Какой-то там супер пельменной. Была сейчас реклама, не успел я заснять ее. Ничего себе, заправщик. Круто. Была сейчас реклама. 22 километра. Пельменная типа. Крутая. Ну и про нее вот напарник говорил. Сейчас мы ее оценим с вами. Когда доедем. Так. Это вот, наверное, такая офигенная, хваленая пельменная. Сейчас посмотрим. Так, ребят, ну что, заходим. Тормозов нет. Все дела. Смотрите, какой мужик здесь. За штурвалом. Иваныч. Да. Прикольно.
Так, вот такое блюдо. Пельмени с говядиной. Все, вот это два подарочка на 331 рубль. Ребят, ну как вам пельменная? Мне, честно говоря, очень понравилось. Еще плюсом подарочек. Ну, это мне коллега второй отдал. Вот. Давайте посмотрим, что там. Вот, баранка. Баранку. И леденец такой вот. Ну, и пол, наверное, так же. Да, тот самый вот леденец я прощу. Вот, такая пельменная. Такие подарочки. В принципе, все круто. И цена, в принципе, нормальная. Вот, то есть наелся я, как бы сказать, от души. Так что рекомендую. Вот еще раз название. Пельменная у самовара. Вот. Так, ну что, спасибо. Пельменная у самовара. Иваныч, пока. Поедем мы дальше. В путь-дорожку. Да, буду в следующий раз обязательно сюда заезжать. Четко. Интерьер прям вообще пельмени на говядине. Вообще класс. Горчичка тоже. Ну, вообще, ну, очень понравилось. Спасибо, конечно, за такую вкусную еду. Ребят, ну вот я хотел вам показать этот термостат. Что на нем написано? На нем, в принципе, так ничего нет. Написано 80 градусов. ТА 108-01. И здесь 21.11. И все. Названия никакого нет. Производителя я имею в виду. Так что вот, ребят. То есть хватило его на 2000, а может быть и поставили такой же, уже сломанный вот такой. Ну, факт тот, что мы ехали, вроде как сбрасывалась температура, а потом просто чик одним разом, и все, и заклинило, и перестало сбрасываться. Наоборот, стало подниматься, и вот остановились, чтобы не было перегрева. И вот, вскрыли, и вот результат. Ну что, ребят, вот и пятый день подходит к своему завершению. Вот. Сегодня мы хотим приехать до Кемерово, на площадку. Там, короче, то же самое, что и в Елабуге, проходит ТО. Вот. И там, на этой рембазе, по гарантии устранят вот эту неисправность с этим, с термостатом. Вот. Все там сделают, все как бы, все официально, все, чтобы было все нормально, все хорошо. Вот, сегодня мы вечером доедем до площадки, останемся там ночевать. Ну, а завтра с утра приступит там к ремонту, ребят. Как-то так. Ну, а дальше, как сделают, отправимся дальше. Ребят, кстати, чуть не забыл. С Кемерской области и кто с Кемерово. Всем, кто смотрит меня, всем привет. Всем добрый вечер. Все, народ, подкатили мы, короче, в Кемерово. Вот сюда. Я так понимаю, здесь будет у нас все завтра происходить. Все, мы на месте. Кузнецкий проезд. Адрес. Так, вот видите, где мы сейчас. Вот. Кузнецкий проезд. Газавтобусы. Строительная техника. Мехлопаты, фронтальники. Экскаваторы, все тут есть. Вот видите, картинки. Ладно, всем спокойной ночи и до завтра.